На территории республики запустили проект, который предполагает прием платежей ЖКХ в рамках системы «Единый платежный документ». Его партнеры – региональный оператор по приему твердых бытовых отходов и Сбербанк. Единая квитанция предусматривает оплату нескольких услуг – кварплаты, капремонта и сбора отходов. При этом применяется единый двумерный QR-код, по которому оплачивается одна сумма. В проекте могут принять участие все организации ЖКХ. Именно они будут предоставлять интегратору информацию о начислениях в разрезе лицевых счетов в согласованном формате. Проект реализуется в рамках республиканской программы «Безналичная Чувашия». Тем самым облегчается процесс оплаты услуг сразу нескольким поставщикам. ЖКХ снижают расходы на печать, доставку квитанции, размер комиссии за проведение финансовых операций. Меньше станет случаев неплатежей и мошенничества.